Этот жук с необычной окраской занесен в Красную книгу России. Его называют «небесный усач». Его второе название – изумрудная розалия, тоже очень красивая. Усачи или дровосеки – это крупное семейство жуков, в которое входит более 26 тысяч видов. Распространен небесный усач в Приморском крае, в Китае и в Северной Корее. Населяет широколиственные леса. Свое название этот жук получил благодаря окрасу. Он имеет нежно-голубой волосяной покров, на котором выступает черный рисунок. Средняя длина жука примерно 3 см. Усы жука длиннее его тела. Усики имеют полосатую голубовато-черную окраску. Задние ноги длиннее передних. Небесный усач отличается тем, что ведет оседлый образ жизни. Он может заселять одно и то же дерево личинками на протяжении нескольких лет. Взрослые жуки активны в дневное время, и чаще всего их можно встретить в период с 12 до 16 часов. Взрослые жуки живут всего лишь около 2 недель. Лёт жуков проходит со второй половины июля до начала августа. Сразу после выхода из куколки они ищут партнеров для спаривания. Оплодотворенная самка откладывает яйца под кору деревьев по одному или небольшой группой, от 3 до 5 штук. Кладки располагаются на высоте до 10 метров. Плодовитость самки небесного усача – 50-80 яиц. Яйца имеют светлый цвет и продолговатую форму. Их длина 3 мм, а ширина 1 мм. Спустя 2-3 недели после кладки яиц начинают вылупляться личинки. Они имеют светлый цвет с коричневой головной капсулой. Передняя спинка имеет рыжую полосу и густые волоски. Длина личинки составляет около 3 см. Личинки ведут скрытный образ жизни. Они обитают в древесине, где прокладывают продольные ходы шириной 6-9 мм, забивая их мелкой буровой мукой. На поверхность они не выбираются. После 3 зимовок личинка усача сооружает колыбельку, чтобы окуклиться. Окукливание приходится на июнь. Длина куколки примерно 2,5 см. Этот жук встречается довольно-таки редко и только в определенных областях. К сожалению, его популяция быстро сокращается, и в настоящий момент, как уже было сказано, насекомое занесено в Красную книгу России. Угроза вымирания этого красивого жука вызвана вырубкой лесов, пожарами, а также массовым сбором насекомого коллекционерами. Единичные экземпляры жука были замечены в Уссурийском заповеднике. И еще один интересный факт. В 2012 году Центральный банк России выпустил серебряную монету номиналом 2 рубля с изображением небесного усача. А вам доводилось встречать небесного усача?